あんま出てないわけだよ。何これ、о, тут банка какая толстая с золотишком. Так, а здесь у них вот такой вот парк маленький. Так. А куда здесь ребятки стоят? Тоже еще один магазин сувенирный. Так, вот тут ласточки летают во всю. А? И сейчас взлетались. Колоритное местечко. Так, иду-ка я за своими пончиками. Вот они, с клубничкой. О, наконец-то. А пончика уже не осталось. Поел называется. Пока я тебя ждал, все пончики мои разобрали. Ну что, сейчас еще сделают. Я надеюсь. Ходим по сувенирным лавкам. Смотрим, что у них здесь интересно. Суши-магнит. Так. Палочки. Всякие сладости из бобов. Так, а здесь кухня. Да, вот такой наборчик для саке. А вот графинчики для саке. Вот смотри, вот он. Вот в такой графинчик наливается саке и подается гостям в таких вот чашечках маленьких. Вот тут тоже их очень много, этих чашечек. Дальше такой уголок, да. Интересно. Так, ну здесь куча всевозможных чашек. Вот палочки какие разные. Я боюсь, если мы будем вести с собой, то у нас будет перевес. Ну, такой фонарик. А вот сумочки такие есть. Типа, прикольно. Так, что? Что ты нашла? Золотая кокуля. О, класс. И в золотом унитазе. Вот эта тема вообще. Сувенир. Что это за золотая кокуля? Это такой сувенир. Что значит? А вот магнит. О, брелок, меч. О, кстати, прикольно. Смотрите. Меч. Опа. Чик. Достал меч. Можно кого-то заколоть таким штрыкалкой. И обратно его в ножны. Кстати, неудобно. Опа. И вот так это все носится. Ну, что, прикольный сувенир. Написано, сделано в Японии. А еще стоит $4. Ничего себе. Вот есть такой еще. Вот это вообще прикольный. Тут высовывает меч прям. Это, кстати, прикольная штука. Ух ты. Опа. Но могли пострее сделать. Теперь его в ножны запихиваем. Ножны кривые или меч кривой. Не, я неправильно вошел. Вот так вот. Ну, блин, странный сувенир.
Оп. И вот у вас такой мечик на брюке. Что, прикольно. Еще красный цвет. Собачка какая, смотрите. Маленькая. Старенькая. Живет здесь давно. Так. Я не спешно. Так, идем дальше. Так, здесь кафешки разные. Вот очередной вход. Вот этот вход закрыт. Так, здесь мороженое, всякие пирожки. А вот и Лена. Так, тут имбирка стоит 350. А там почем? 400, но может там их не больше. Наварились. Красные упаковки. Тут такие вот печеньки есть. Красные упаковки, возможно, тут меньше. О, вот здесь такой вот наборчик. Тоже какой-то, я не знаю, что это. Из чего он сделан? А вот, кстати, можно пробовать. А, знаешь, из чего он сделан? Мы такое попробовали. Открой, есть, пожалуйста. Помнишь такую, типа, стружка этого? Кого? Как стружка имбиря была. Вчера мы пробовали такую белую. А вот это что? А вот он, вот. Ну да, похоже. Ну, так оно как стружка имбиря. Ну, это не стружка имбиря. Я даже не понял, что это. Так. Что это? Ну что, какая-то как крейда сладкая. А что такое крейда? Мел. Вот тоже. Вот как мел. Ой, после вкуса такое пошло. Ты попробовала? А вот это что? Это с каштана. Это с каштана. А ну, я хочу каштан. Да, это каштан. Вкусно? Да. Мне кажется, нет. Вчерашний каштан выкинул? Нет, он у меня в номере, я его буду доедать. Класс. Ну, на самом деле вкусно, прикольно, мне понравилось. Боже, как масло, полная. Штука вкусная. Да ладно тебе. О, здесь тоже такие мечи. Смотри, какой меч. Опа! Смотри. Айч! 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 Смотрите, как можно так. Айч! Да, самозащита. На, закрой его. Я тебе дома намешаю бобы с сахаром. Попробуй, только не есть. Прикольная вещь. Попробуй тебе сказать, что такое не ешь. Мне понравилось. Идем дальше. О! Сладости. Это каштан. Каштан — это хорошо. А вот, кстати, супы. А вот супы. Ты видишь, где супы? Они здесь. Да. Каштаны — это наше все. Так, вот здесь тоже магнитики разные. Что здесь? Саша, ну это тебе на работу, ручку будешь тянуть. Ну, а ну, а ну. Чесалка. О, это ж коготь тигра. Такая прям вообще. А? И точилочку не забыла. Ну, даже не знаю. Точилки. Видишь, тут 1,430. Да, там дешевле было. Так, вот здесь вот печенья такие разные. Не знаю, с каштана или нет.
Но. Брюки всевозможные. Я помню, я в прошлый раз привезла сувениры и извинялась перед тем, как поручить. Смотри, а? Я не знаю, что там. Какой меч. Подеться. Мы выбирали, но оно все невкусное. Да ладно. Ух ты, какие вообще крошечные, просто котики. Такого поставишь и не заметишь. Это интересно, 220 за штуку или, на, или за всю упаковку? Смотри. На тебе. Мини. Куда уж меньше. День я может проглотить это мини. Да, это вообще такой маленький. Там будет дороже его доставать. Идем. Да. Какая? Покажи. Это... На... Пока тебе принесли, кто-то накакался. Это отличная еда, это не покакали, это то, что надо, это правильные бобы. А я думала, енот-оборотень на сразу. О, а тут можно побухать, я так понимаю. Отличное кафе. Ты взяла зеленое мороженое? Зеленого чая. Почему? В прошлый раз. Больше не хочешь? Почему? Дай мне имбирное печенье. Да, это оно. Да? Класс.